Привет! Как вы уже поняли, речь пойдет о твичевом спиннинге от компании JS Company под названием Mix DX, модель 702 с тестом 10,5-42 грамма. Вот такой вот спиннинг, друзья. Этот спиннинг я приобретал исключительно на свои деньги, чтобы никто из хейтеров не писал, что это какая-то галимая реклама. Я не сотрудничаю ни с какой компанией. И все, что я приобретаю и показываю на своем канале, я приобретаю на свои деньги. После этого обзора, чтобы не писали никаких комментариев, что спиннинг какой-то не такой, что это реклама. Друзья, я буду делиться сугубо своим мнением. Этот спиннинг я обкатывал в сезоне 2022. Многие просили сделать обзор, но не стал делать после нескольких рыбалок, а полноценно отрыбачил сезон. И сейчас скажу свое мнение, все про этот спиннинг, для каких он задач, на что он способен и что он из себя представляет. В общем, покупал я этот спиннинг под 110 и 130 воблеры. С этой задачей он справляется великолепно. Все классические воблеры, которые только есть в 110-м, 130-м исполнении, диповые воблеры, такие как 130-й Re-Range MR, Tsuyoki Drago MR, Balisong Longbill, все это он протвичивает, с этим он справляется великолепно. Строй у спиннинга Fast, друзья, так оно и есть. Бланк достаточно жесткий, можно сказать, классический колышек, как привыкли любители твичинга. Если нравится такой типаж коловых спиннингов, вот этот спиннинг как раз для вас, друзья. Но производитель сделал спиннинг такой жесткости, что он позволяет включаться хорошо и на забросе приманок, и анимировать воблеры, не продирая их в толще воды, и хорошо вязать рыбу, не сливая ее. То есть шнурки от 300 грамм до крупных экземпляров этот спиннинг
отлично работает. То есть, если щука попадается за два, он уже включается почти всем бланком. То есть вот этот мощный хребет, он также подключается, и спиннинг начинает вязать отлично рыбу. Попытался я снять видео, как спиннинг ведет себя на потрях. Сейчас я вставлю вам ролик. Не знаю, как это получилось. Снимал одной рукой, второй тряс спиннинг на фоне снега, но все равно там отлично это все видно. Давайте посмотрим. А вот так, друзья, Nix DX до 42 ведет себя на потрях. Злой колышек, но мы видим, что при рывках и при забросе треть бланка у него будет нагружаться. Если вот так вот шевелить, то кол практически не гнущийся. Но как только мы прилагаем чуть большую силу, вот эта вот живая часть бланка, она неплохо работает на забросах при манке и также неплохо анимирует наши воблеры. Ну и, соответственно, отлично вяжет любую щуку от шнурков и до мамок, вплоть до 5 килограмм. Я пока больше 2,5 на него не ловил, но есть знакомые, которые парковали под четверок без особого труда. Вот так себя ведет Nix DX до 42 грамм на потрях, друзья. Что мне очень нравится в этом спиннинге, жесткость подобрана таким образом, что полностью отсутствуют паразитные колебания. Под паразитными колебаниями я имею в виду, вот когда вы сделали заброс и начинаете твичить какой-то воблер. Наверное, часто встречали в недорогих спиннингах после рывка. Вершинка не отыгрывает сразу и встает на одном месте, а какое-то время начинаются вот такие вот движения концом спиннинга. У этого спиннинга это полностью отсутствует. Четкая работа в своем тестовом диапазоне, никаких нареканий, все четко. И если вот мне сказали сделать твичевый спиннинг для 110-130 воблеров, твичевый спиннинг в моем понимании был именно таким. Также этот спиннинг отлично справляется с джигом. Я даже не ожидал от него, когда рыбачил на реке, ставил приманку 10 грамм по низу теста. Я был очень удивлен, что на нем присутствовал легкий стук в руку. То есть, если у вас крепкое дно на водоемах, низ теста позволяет отследить отыгрыш вершинки совсем немножко и легкий стук в руку. То есть, меня это удивило, потому что обычно привыкли мы, да, в спиннингах ориентироваться на средний тест при выборе для джига, например. Вот. Но здесь спиннинг начинает работать с самых низов. Более того, когда дно мягкое, присутствует течение на реке, нету стука в руку, вот это течение натягивает шнур, и шнур начинает звенеть, и вот этот звон, вибрация передается также по бланку, все в руку. То есть я конкретно понимал на мягком дне рыбачьим джигом, когда у меня падает приманка с легким грузиком. То есть жужжание в руку, жужжание кончалось, значит, приманка на дне. Два оборота, опять жужжание, опять приманка падает на дно. И таким образом я легко и непринужденно отслеживал проводку, казалось бы, на спиннинге, который для этого не предназначен. По воблерам тоже я впечатлен. Очень широкий диапазон по воблерам. От 70-го Хамсина до 160-го Максклада. Я был удивлен, когда поставил маленький воблерок, 70-й Хамсин, 80-й Орбит. Обычно ставя такие воблерки на мощные палки, мы начинаем делать легенькие ударчики,
не чувствуя колебаний в руку. Здесь же вся обратная связь от воблера, все вибрации передаются четко в бланк. То есть меня это тоже удивило. Я, в принципе, под такие воблеры его даже не рассматривал. Но если вы выбираетесь с одним спиннингом и у вас большой диапазон с собой воблеров, то, в принципе, этим спиннингом можно спокойно их твичить. Рыбачил я на него с катушкой Дайва Экселлер в размере 4000. Она весит 260 грамм. Вес самого спиннинга 125 грамм, что для теста до 42, я считаю, хорошими показателями. Не самыми лучшими, не самыми худшими, хорошими средними показателями. Вот такой вот баланс с катушкой 4000. То есть отлично. Со всеми 3000-ми, 4000-ми катушками от 230 до 280 грамм этот спиннинг будет прекрасно работать. То есть комфортно лежать в руке, не создавая никаких недомоганий, так скажем. У вас не будет болеть кисть, будете прекрасно анимировать приманку, держа просто вот буквально на двух пальцах ее, и не будет чувства усталости, как это у меня было на одном спиннинге, не буду о нем говорить, на канале я уже о нем все сказал. Здесь все приятно. То есть спиннинг — отличный рабочий инструмент. Какие минусы я выявил в течение сезона в процессе эксплуатации? Вот эта вот карбоновая гайка, вот это декоративное карбоновое колечко, клей, который под нее клеит производитель, он, видимо, рассыхается. И вот это вот декоративное карбоновое кольцо, оно просто слетает. Лечится это очень легко. Заклеивается монтажным скотчем или там любой изолентой. Чтобы не заляпать клеем, промазываете это место, сажаете его обратно, все вытираете, убираете эту ленту потом, и все, спиннинг у вас отлично работает. Это не только косяк этого спиннинга. На форумах, на многих производителей присутствует данный вот такой вот нюанс. Так что, если у вас вдруг это произойдет, не удивляйтесь. Это ничего критичного, все легко лечится. Короткая рукоять. Очень-очень плотная эва, которая отлично держит всякие следы эксплуатации, то есть не засаливается, не режется, не прорезается, не затирается. То есть после сезона протерли тряпочкой, помыли, и снова такой магазинный вид приобретает. Рукоять не разнесенка, как все привыкли, здесь сплошная она. На мой взгляд, это придает некий такой шарм на фоне вот этих вот сейчас разнесенных рукоятей, к которым все так привыкли. Это неплохо, не хорошо, это просто дизайн данного спиннинга. Вот. Главное, он не вызывает никакого дискомфорта и приятно лежит в руке. Чехол. Чехол, конечно, для бюджета данного спиннинга, спиннинг, я напомню, стоит в районе 15 тысяч. Я его покупал по предновогодним скидкам за 10 с копейками. Ну вот чехол вот такой вот убогий, такая вот плащевка с такими завязочками. Я считаю, что для данного ценового сегмента все-таки производитель мог бы сделать чехол покачественней. Из какого-то более плотного материала наклеить липучку вместо завязочек. Это и быстрее, и практичнее, и, на мой взгляд, при массовом производстве спиннингов производитель не сильно бы потратил деньги, а нам бы с вами было приятно. Ну, что имеем, то имеем. Самое главное, бланк классный, бланк из высокомодульного карбона. Все сделано по фэншую, так скажем. Неброский такой вид, который
не бросается в глаза, никакой цыганщины, все строго, все по классике. Отличный твичевый инструмент. Сейчас я ставлю ролик, где я твичу им всеми любимую 130-ю рудру, и вы посмотрите, что спиннинг просто играючи с ней справляется. Это для тех, кто будет спрашивать, а как он работает с рудрой 130-й. Вот, пожалуйста, ролик на ваших глазах, друзья, смотрите. На рудру, друзья, на красную. Видели, как я пришпоривал ее? Никаких легеньких рывочков. Ух ты. Зацепилась не очень хорошо. Легонько. За край. Наверное, сойдет. Сейчас мы ее под саком возьмем. Такая под кило. О, может, кило даже. Ну и в завершение, что можно сказать по итогу. Спиннинг действительно получился достаточно прикольный. То есть стоит он своих денег или не стоит, я не знаю. Но все характеристики, которыми должен обладать современный твичевый спиннинг, все в нем есть. Покупать или нет, решать вам. Советовать никому не буду. Дело выбора за каждым, чтобы опять же не сказали, что это реклама какая-то. Вот, каждый будет решать сам. Но купив этот спиннинг для воблеров, я приобрел спиннинг также неплохой для джига, как я уже говорил. Вот, что, естественно, не ожидал. Поэтому, друзья, однозначно этот спиннинг у меня пойдет в сезон 2023. Я буду также ловить им крупными воблерами минуэл. Вы его еще не раз увидите в моих видео. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья, на все отвечу. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.